Не верьте фразе, что все политики одинаковые, говорит председатель новой общественной организации «Наша столица» Лаша Шамба. По его словам, здесь объединились политики нового поколения, те, которых интересуют реальные результаты их деятельности, видимые и ощутимые для всех жителей Абхазии. Приоритетом нашей деятельности является защита интересов молодых семей, прав детей, вопросы демографии и репатриации, здоровья нации. Нами движет искренняя тревога за судьбу народа и государства. На фоне событий в мире, новых угроз, противостояния стран Запада нашему стратегическому партнеру и союзнику Российской Федерации, на фоне колоссальных изменений в той же России, в странах вокруг нас, мы стоим на месте, тратим время на внутриполитическое противостояние, обсуждаем неприемлемые пути развития нашего государства, раскалывающие граждан и страну. Любой вопрос, который разделяет наш народ, должен быть снят с политической повестки. В первую очередь ради граждан страны, спокойствия и согласия. Все разговоры о том, что все в политике одинаковые, являются политической манипуляцией. Я со всей ответственностью заявляю, что это далеко не так. Для нас такие слова, как честь, совесть и достоинство, не являются пустым звуком. Мы хотим служить своему народу, хотим строить современное успешное государство. Лаша Шамба объяснил, почему свою организацию они назвали «Наша столица». Ведь влиять они собираются на жизнь республики в целом. Столица Республики Абхазия является не только политическим центром страны, но также культурным, научным, спортивным центром государства. Город Сухум не только гордость сухумцев. Столица принадлежит всем гражданам страны и является гордостью всего народа Абхазии. К сожалению, в канун юбилея победы в Отечественной войне народа Абхазии страну раздирают противоречия. Но мы, новое поколение граждан, не ищем то, что нас разделяет и раскалывает. Мы смотрим на то, что нас объединяет. Мы ищем то общее между нами, что скрепляет нас, делает крепче, ищем то, что позволит стране идти уверенно вперед.